Православное песнопение в выконании церковных и светских хоров с 8 краин свету уже сегодня загучать у Гродне. Урочистое открытие 17-го по лику международного фестивалю «Калужский благовест» отбудется на сцене областного драматичного театра. У программе выступление уладальника гран-при минулогоднего фесту, академичного хору Российской академии музыки имя Гнесиных. Уже у четверг у стенах Свято-Покровского кафедрального собора распочнутся конкурсные прослуховывания. На наступный отборочный день у пятницу будут спевать первоважно замежные гости, а так само хоры из инших регионов Беларуси. Владельника гран-при 17-го международного фестиваля православных песнопений у Калужский благовест назовут у субботу 10 лютого. Отметно, у гэты ж день усе владельники фесту будут выконывать песнопений подчас ранешних богослужений у храмах областного центра. Коллективы, они имеют уникальную возможность поприсутствовать не просто на концертных выступлениях, а поприсутствовать в храме за богослужением, то есть исполнить богослужение, приобщиться к литургической жизни нашего города. Апроч того, як и летась сачыць за правядзеннем некаторых фестывальных мерапрыемстваў, магчыма і онлайн. У інтэрнэце будзе весціся прамая трансляцыя з праслухоўванняў, а таксама заключны гала-канцэрт 17-го міжнароднага фестывалю праваслаўных песнапенняў «Калужскі благавест».